Хочу поприветствовать всех зрителей своего канала. Сегодня у меня новый репортаж из такого сада персиков. Недалеко от Бюка, недалеко от нашей купальни, километрах в 30, находится небольшая деревушка Фертюсен-Миклош. И не доезжая этой деревушки, нам показали вот такой вот сад персиков. Как происходит сбор урожая? Приезжаешь, подходишь к хозяину, берешь у него ведро и ходишь. Те персики, которые лежат на полу, стоят 120 форинтов. Это где-то около 40 евроцентов. С дерева подороже. Вот такое дерево, вот такие персики. Стоит такой персик, килограмм таких персиков, стоит 270 форинтов. Есть смысл приехать, пособирать самому, потому что в магазинах килограмм персиков в этом году стоит около 500 форинтов. Ну это где-то, если мы разделим 500 на 300, это евро... полторы евро, евро 50 центов, наверное, вот так получится. То есть намного дешевле, чем в магазине здесь собрать. Здесь получается 270 форинтов разделим, значит 90 евро цента, чуть около 70 рублей за килограмм. В магазине 140 получается рублей за килограмм. Вот сделать такие вычисления в голове. Может быть, есть, конечно, какие-то неточности в моих вычислениях, но персикам это не вредит. Они не становятся от этого менее вкусными. Вот такие. Сад большой по площади, очень большой. И все это персики. Правда, нашла тут несколько деревьев абрикосов молодых. И несколько ореховых деревьев. Вот такие персики. Сейчас. Так, сейчас пощупаем. Можно ли его сорвать? Угу, попробуем. Мягонько. Ну, даже если они жесткие, они полежат и станут более съедобны на земле, конечно. Более созревшие, но можно и пожестче пособирать, чтобы полежали. Такой сад. Фермер пропахивает между ряди. Конечно, ходить немножко неудобно. Земля вспахана. Конечно, ноги надо. Ноги лучше кроссовочки одеть. А мы в шлепках, ничего, отмоемся. Ой, какое дерево! Пойду-ка сюда. Надо пощупать это дерево. Ой, ж больно красивая ветка. Прямо аж слюнки текут. Вот какая веточка. Много людей собирает. Приезжают ноги.